пока побольше наберется. Нет, мы не подождем. Привет, Почему? ребята. Мы никого не ждем. Мы начинаем эфир сразу, потому что эфир будет сохранен. Вот смотри, уже нам машет. Сегодняшний эфир посвящен мужскому веганству. И в этот эфир я пригласила своего мужа. Он будет отвечать на вопросы, которые вы заранее задавали. Я их все сохранила. И мы можем начинать, да? Привет. Вы прекрасная публика. Значит, как долго вы переходили... Думаю, так быстро вам отвечать на вопросы, а да. Почему? Потому что у нас есть всего лишь полчаса. Давай. Давай. Как долго, Дмитрий, вы переходили на растительное питание? Ну, мы сколько с тобой знакомы? Наверное, года 4, да? 4 года, да. Да. Ну, где-то спустя год я начал об этом задумываться. Ну, постепенно, то есть не сразу. То есть сначала мне готовило мясо долгое время, потом только курицу, да? Да. Потом постепенно и как-то отказался от всего этого. Потом муж решил поститься Великим постом во второй раз в жизни и понял, что выходить из него особо нет желания, потому что в этом состоянии ему очень комфортно. Все? Дальше. Так. Уже вопрос. Блин. А подскажите, Дмитрий, какими продуктами можно заменить мясо? Вот что вы едите, чтобы не быть голодным? Да, ну, бобовые, да? Так, бобовые. Каждый день бобовые. Да. Вот если бобовые серьезно, да, каждый день бобовые. Чтобы не быть голодным, нужно, чтобы рацион строился вокруг зерновых и бобовых. А фрукты, побольше овощи, колбасы, да? Колбасы обязательно веганские побольше, сосисок, чего там еще? Ну, в общем-то, я все ем, что она готовит, вот, и поэтому набираю. Люди многие испытывают голод на вегетарианском рационе, потому что они начинают есть фрукты и овощи, а зерновые бобовые просто как дополнение. На самом деле нужно делать наоборот. Рацион строится вокруг зерновых, бобовых и жиров, а фрукты и овощи уже как дополнение. И вот с таким рационом у вас не будет голода никогда. Еще спрашивают, один из самых популярных вопросов, как набрать вес мужчине на вегетарианском рационе. Вот человек худой от природы, как ему набирать вес? Это вопрос, да? Это вопрос, да. Ну, блин, я просто первый раз, поэтому... Ну вот, как набирать вес, если ты перешел на вегетарианскую диету? Мне кажется, просто на самом деле так вопрос ставить некорректно, потому что вне зависимости от того, на каком ты рационе, нужно соблюдать всего лишь там несколько условий. Это профицит калорий, это тренинг в зале, именно силовой тренинг, и хорошее восстановление. То есть даже спрашивают еще по поводу протеинов, пьем ли мы протеины. Ну вот лично я начал набирать не так давно. Вот где-то, наверное, сколько? Месяца 3, да, назад? 4. Ну, я уже, наверное, месяцев 5. Ну да. Это перешел. То есть у меня такой график более расслабленный стал по работе. И я стал больше спать, больше заниматься, соответственно, больше есть. То есть и где-то раз, наверное, 5. В день. Да, и потом неожиданно потом взвесился, и оказалось, что я уже вешу там где-то 94,5, потом 95, и вот уже дошел 96 килограмм. А просто многие люди, они недооценивают, когда хотят набирать массу, они недооценивают восстановление. То есть они упарываются в зале, они много едят, но не восстанавливаются, поэтому у них мышцы не растут. Соответственно, поэтому нужно меньше стрессовать, больше спать, больше есть. Есть немного больше, чем по голоду. То есть вот ты голод утолил, нужно съесть еще немного, чтобы набирать. То есть это и есть профицит. Чтобы не просто удерживать свою массу, чтобы удерживать массу, нужно есть по голоду. Чтобы ее набирать, нужно быть в профиците. Но опять же, без силовых тренировок ты просто вяло набираешь жир, а не массу. То есть если человек от природы худой, ему стоит пойти в тренажерный зал и есть профицитом. А еще, кстати, вопрос. Как похудеть? Как похудеть? Да, похудеть. Вот как похудеть? Говорят, что муж... Ну, это скорее к тебе вопрос, муж, чем нет, ко мне. Подожди, муж 120 килограммов весит. Как ему похудеть? Больше ходить. Сколько ходить? Ну, минимум 10 тысяч шагов 10 в день. 10 тысяч шагов, ну, правильно, да, все правильно. У Фурмана... И надо не беспорядочно есть, а 3 раза в день, да, и аккуратно очень.
У Фурмана есть книга «Покончим с диетами», и в ней он дает довольно-таки простую схему, в которой у тебя полтарелки занимают овощи, полтарелки зерновые, бобовые. И вот так питаться 3 раза в день. Вот эта книга, она очень, кстати, интересная. По ней был написан мой план питания, легкий, и я проводила эксперимент, на нем похудели все, кто сидел, да. И эта книга, она есть в общем доступе, по-моему, в общем доступе точно есть. Если нет, то можно купить. И по ней худеют реально все. То есть там смысл такой, что большую часть рациона составляют свежие овощи. То есть вот у вас один прием пищи, это вот прям целый прием пищи, это сырой салат. Комменты оставляют. А кто пишет? Ну, сразу видно, что кто у нас в семье болтушка. Ну все. Так, ладно, дальше. Сколько в месяц у тебя уходит денег на растительное питание? Вот у тебя лично. Лично у меня? Да. На себя или на всех? На всех. На всех? На где-то, меня. Ну, где-то на тебя 1600-1010. И на меня 1020, наверное, да. Где-то так. Ну, в принципе, мы считали где-то полгода назад, я не уверена, что это актуально сейчас, потому что цены постоянно растут. Если не покупать всяких суперфудов и экзотической всякой ерунды, то около 30 тысяч уходит. Это московские цены. Вот. Если шиковать, то можно на... Если покупать в Азбуке Вкуса еду... Так. Итак, сейчас я скажу еще один вопрос. Та-та-та. Насколько для мужчин важна этическая сторона веганства? Вот это... именно не причинение вреда животным. Ну, это тяжелый вопрос. Насколько тебе важно, вот, чтобы животных не обижали? Ну, без причины нельзя обижать животных. А людей можно без причины обижать? Не, ну если надо, то можно. Не, без причины никого нельзя обижать, ни людей, ни животных. Да. У животных... Насчет этичности лучше, наверное, обратиться к Валерии Ветровой. Да. Потому что по поводу этичности я бывший соборец, мне тяжело разговаривать об этичности. Ну, еще охотник. Не, ну я не охотник, а сразу. Но охотничий билет у тебя есть? Вот вопрос, я считаю, самый главный вопрос этого эфира. Смотри, как это быть женатым на такой красивой и умной женщине? Вот я не вру, смотри, реально вот такой вопрос, смотри. Для Д? Да, для тебя вопрос. Супер. Супер, да? Да. Нравится тебе? Так, давайте. Значит, про родителей вопрос. Вот есть вопрос про родителей. Как объяснить родителям о том, что есть продукты животного происхождения, и это вредно? Вот про папу просил. Ну, у меня лично отец перешел на вегетарианство, да, когда... Ну, прям на веганство перешел. Ну, да, когда заболел очень сильно. Вот он уже там, у него там начались постоянные головокружения, начал падать в обморок. И вот после этого я обратился к своему знакомому китайцу, доктор Ван. Это доктор китайской медицины. Ну да, да, у него традиционная китайская медицина. Туда отвез его, и вот после этого он ему тоже сказал, что мясо при его болезни есть нельзя. Вот, и... После этого он постепенно вот уже начал прислушиваться ко мне, и ему только вот, ну вот уже полностью он излечил эту болезнь, то есть уже все хорошо. Там история была такова, что у, ну как у большинства людей этого возраста, около 60 лет, атеросклероз, и закупорка сосудов была головного мозга. И когда, значит, делали анализ, там было около 70% уже сосудов, которые питают головной мозг, они были закупорены. От этого были постоянные головокружения, и настолько же, что человек не хотел жить. Вот, нам он не особо поверил, хотя мы скачивали для него книжки, да, и все такое. Вот. Но когда он пришел к доктору китайской медицины, и доктор ему сказал то же самое, то, что мы говорили ему, то, что о чем писал Грегор, о чем писал МакДугал, это уже, ну, то есть, как для большинства людей, если у тебя есть диплом, и ты об этом говоришь, то тебе верят. То есть для, на нем это сработало, то, что говорит какой-то авторитетный для него человек, и он со своей женой, они. Сейчас полностью на растительном питании и при помощи... А что там было, иглоукалывание, да? Нет, он в основном... Капельницы, по-моему, какие-то капельницы были. Капельницы женьшень прописывал. Одна капельница стоила там около 8 тысяч или 10.
Да, то есть такое дорогое удовольствие. Потом иглоукалывание ему делал. Он прописал кучу различных трав, пилюль. Вот он в течение 2 месяцев все это принимал, ездил к нему каждые 2 дня. И вот спустя 2 месяца у него все То есть наша традиционная медицина отказалась от его, именно случая конкретного. Обычно людям ставят капельницы, то есть если у них не запущенные и вот эти бляшки и так далее. От него не отказались, сказали, что возможно только операция. И после этого нам было интересно узнать, насколько реально измеримо то лечение, которое он давал, и та растительная диета. И он сделал опять снимок, и у него показалось, что с одной стороны полностью очищена, а с другой на 45% очищена артерия. То есть сосуды, вот это вот все. Ура! Вот у меня мама уже, наверное, с около года вегетарианка строгая. Папа очень сильно старается, но у него не получается, потому что у меня папа, он измучен шашлыками всю жизнь. Он просто, не может, наверное, полностью от этого отказаться, но сейчас у нас самолет летит. Сейчас у нас у папы рацион преимущественно растительный. Иногда он ест, довольно-таки редко яйца, а вот это вот все мясное он ест только на какие-то, в основном, на праздники. То есть мы уже пришли. Ну, чтобы вы понимали, у меня папа армянин. У нас принято так, что мяса должно быть всегда и много. Вот, то есть для нас это большая победа. Так, едем дальше. Так. Тут вопросы мне задают. Ты когда-нибудь кричал, что ты мясоед от природы, любишь мясо, когда мы с тобой познакомились? Вот тут спрашивают, что проблема, что мужья боятся остаться голодными, боятся, что у них не будет либидо, значит, на нуле. Вот, и поэтому они кричат, что мужчина, он должен есть мясо. Как твое либидо? Ну, когда мы с тобой первый раз познакомились, да, в Ставрополе, первое, что она мне приготовила, это борщ с мясом. То есть сначала я вообще это не признавал, всю эту диету, веганство и так далее. Он довольно-таки с уважением относился, тем не менее. То есть да, я как бы очень уважительно к этому относился, но тем не менее продолжал есть мясо, курицу, яйца, очень любил яичницу. Да, то есть все это ел. Потом где-то спустя, наверное, полгода, когда мы уже начали вместе жить. А я слушаю, я вопрос читаю. Спустя полгода, когда мы начали вместе жить, уже после поста я как-то начал меньше всего этого есть, и, в принципе, сейчас уже ничего не ем. Вот вопрос про рассеянный склероз, и очень много вопросов было по нюансам со здоровьем. Вот эти вопросы я советую задавать вообще ни разу не блогерам, а врачам. Например, у нас есть великолепный врач-веган, которого я не устану никогда рекламировать. Это доктор Хайров. Посмотрите у меня в подписках, можно с ним пообщаться на эту тему. Потому что с такими нюансами, там еще спрашивают там, с болезнями желчного, как вот веганить. Эти вопросы блогерам не задавайте. И нутрициологам тоже не задавайте, потому что это не их сфера компетенции. Они не имеют права давать ответы на эти вопросы. Он там задает вопрос. Дима, когда шашлык жарят, вам хочется, и делаете ли вы исключение? Сейчас уже не хочется шашлыка, потому что мы каждый раз готовим тофу. Мы еще берем этот веганский лосось, знаете, который кто его делает? Вега делает веганский лосось, и если его пожарить на костре, то... Когда куча есть альтернатив по питанию, то уже не хочется. Даже если огромная компания, и там все жарят шашлык, либо рыбу, там форель, крылышки. Как выживать уже в командировках? Как выживать в командировках? Вообще в СОБРе. У вас, по-моему, там был, да? Кто-то в командировке тяжело выживать. Нет, он не ездил в командировку. Он потом пришел, уже он был еще молодой. Угу. Ну, я лично, когда был в командировках, я очень много ел мяса. То есть если у людей есть только сухпаёк, то там вариантов нет вообще, мне кажется, да? Только с собой там что-то брать. На войне что есть, то и ешь. Да. В принципе, тут
Ну, вот так, да, еще раз прочитаю. Угу. Муж работает тоже в спецназе, а в каком? Ну, там постоянно сидишь в засадах, постоянно где-то находишься. То есть иногда просто нет возможности даже купить овощей или что-то такого. То есть, ну, это, мне кажется, это утопия больше. Чтобы отдельно, это надо весь спецназ переводить на веганство. Тогда можно будет питаться. И на Медведева не веган. И на Медведева я не считаю, что можно рассматривать как хорошего врача именно по теме веганства, потому что она далеко не веган. Она, да, она соблюдает посты, она вегетарианка, но... Вот знаете, опять же, у доктора Хайрова есть очень интересная такая картинка: артерии вегана, вегетарианца и мясоеда. Артерии вегетарианца не особо отличаются от артерии мясоеда, потому что там довольно много насыщенных жиров, и это, ну, то есть я считаю, что даже лактовегетарианство, а если еще с яйцами и так далее, это, ну, скажем, такая жалкая подачка своему организму по сравнению с тем, что можно ему дать на веганстве. Поэтому я, к сожалению, не могу ее прям рекомендовать, хотя она писала материал для нашего курса по поводу анемии, вот. Но все-таки я доверяю больше доктору Хайрову. Давай лучше те вопросы потом. Ну, мне интересно тоже. Да, давай сначала доктор Хайров, да. Давай, хорошо, давай. Надо все... с самого начала тогда смотреть. Давай закончим тогда с этим, давай. Угу. Так, тут просто такие вопросы. Вон, давай про протеин. Где? Да, как спортсмен, пьет ли муж какой-то протеин? Раньше пил, да. Когда лет, наверное, 16-17, когда только начинал качаться, я пил любой протеин, который есть. Вот, а сейчас вот последние мои протеины, они полностью веганские. Там протеин, креатин, что еще? То есть у аминокислоты какие-то. У БЦА? Да, БЦА пил. Это все бренд My Protein. У них веганская линейка. Стоит обратить внимание, что особо я не набирал на этом все. Потому что тренинг был жесткий и восстановления мало. Да, тогда я ходил в качалку сам, как-то много работал, питался тоже нерегулярно. Мало спал, да. Мы сына постоянно качали. Пил этот протеин, и тем не менее я, ну, не могу сказать, что вот на всем этом я достиг успеха. То есть мне кажется, формула все-таки не только правильное питание, да, там 5-3 раза в день, но и еще нужно хорошо спать, нужно мало нервничать, что еще там. Радоваться побольше, грустить. Ну, по отсутствию стресса, хороший сон и плюс хорошее питание. Тренинг и нормальный, да. Чтобы не упарываться, как сумасшедший, ну, как кроссфитеры и так далее. Вот это вот совершенно лишнее. Потому что когда у нас родился Миша, по-моему, ты уходил прям в самый минус свой по весу, да? Из-за того, что не было сна. Мы спали по 4 часа. Ну, сна, нервы, да, новая обстановка. То есть там хоть ешь, хоть сколько ешь, у тебя... То есть дело не в том, ешь ли ты мясо или не ешь. Конечно, чтобы получать достаточно белка. Но, кстати, на самом деле, я считаю, что 60 граммов белка даже для качка это многовато. Это вот так вот. То есть эти все нормы. Сейчас уже ученые приходят к тому, что даже если человек качается, 40-60 граммов белка, а не 120, как и не 200 отнюдь. То есть это достаточно. И вот где взять белок, вот этот вопрос, он так остро на самом деле не стоит. Потому что если ты каждый день ешь бобовые, вот ты ешь каждый день бобовые. Ну, раз пять. Раз неделю пять в неделю, ем. Да. То есть в идеале ты должен есть и каждый день бобовые. Если ты бобовые каждый день не ешь, то лучше не вегетарианствовать, потому что без них здоровья особого не будет. Вот именно в плане, почему люди, особенно мужчины, боятся переходить на вегетарианство, они все боятся не добрать тех самых аминокислот незаменимых. Так вот, без бобовых гиперсложно собрать все незаменимые аминокислоты, которые все есть в растительной пище. А с бобовыми это легко. То есть и с детьми то же самое. Дети должны есть каждый день бобовые. В идеале. Ну, хотя бы 5 раз в неделю должны, да? Про B12 пишут. Ой, я хотела показать его. Ну, давай я покажу сейчас. Давай. Муж ушел. Всем привет! Значит, мы пьем постоянно, на постоянной основе B12 и витамин D, и иногда еще омегу, но на самом деле не постоянно. Показываем. А D ты принес? Нет.
Там же вопрос про B12. Там есть еще вопрос, какие вы добавки пьете. Вот такой колпачок, его надо открыть. Два раза пшикнуть. Прямо так, да, никак. Раз в день хватает. В принципе, не тяжело. Пару раз в неделю по... Это вот, наверное, единственное, что я сейчас пью. Иногда еще витамин D, потому что витамин D это тоже очень хорошо. Так же выглядит. Да? Витамин D по 5000 мы пьем каждый день. Стараемся. Рублей? Миша две, да. Миша 2000, я дозировки говорю. Вот. Потому что без витамина D не усваивается хорошо кальций, сколько ты его не съешь. Вот, то есть кальций не считается редким минералом на веганской диете, но у большинства людей низкое усвоение, потому что они не следят за уровнем витамина D. Ну, там так. Очень много вопросов тебе, на самом деле. Да, как потушить капусту без... Дмитрий, как потушить капусту без масла? Расскажите нам. Положить на сковородку и тушить. Хорошо. Так, тут все одно и то же. Что есть начинающему качку? Как набрать мышечную массу без приема аминокислот? Как набрать массу? Да, без приема аминокислот. То есть, ну, вот такие вопросы. Ну, питаться нужно полноценно, но на самом деле я питаюсь тем, что приготовит Оля. То есть, этот вопрос по поводу питания лучше задавать ей. У меня есть очень простой ответ, на самом деле. То, что она лучше разбирается в этом. А так я знаю, что ем чечевицу, картошку, различные овощи, спаржу, соевые продукты. Кашу, да. Что еще? Хлеб. Орехи, грибы, то есть, ну, абсолютно обычный рацион. Вот смотрите примерно, как это выглядит. С утра это каша с сиропом топинамбура. Потом, если повезет, смузи с ягодами, растительным молоком и семенем льна. Потом какой-то обед. На обед это может быть суп с бобовыми, то есть какой-то наваристый, нажористый суп с бобовыми. Значит, потом гарнир идет. К гарниру идет какое-нибудь наполнение или котлетка тоже, там какая-нибудь чечевичная. На ужин еще какие-нибудь зерновые, в перерывах какие-нибудь сладости из полезной муки, горсть орешков, растительное молоко, то есть там чаек с чем-нибудь, фруктики. То есть, ну, довольно... Ну, он просто любит есть, дело не в том, что он... Да, главное любить есть, да. Дело не в том, что на веганстве нужно много есть, просто и когда у тебя 96 килограммов веса, тебе нужно очень много съедать, чтобы просто поддерживать свой вес. Вот, получается, что иногда я готовлю мужу, допустим, с вечера на обед, а он все съедает, и я встаю с утра, и снова готовлю. Четкого расписания нету, когда я ем. То есть, когда захочется, это утром кашу ем, потом где-то спустя 2 часа начинаю есть обед. Потом иду в качалку, ну, либо на тренировку проводить, либо сам тренироваться. После качалки ем, ну и где-то так, то есть и там еще там два раза, там как приходится. Просто есть мнение, вот писали опять же, что говорят, что веганы-качки что-то умалчивают и на самом деле что-то подъедают, да, чтобы массу набирать. Но на самом деле это, ну, не совсем так, потому что пить протеиногейнер, да, можно на любом типе питания. Но мы как-то, вот само собой получилось, что я помню, мы брали с собой протеин, и просто не воспользовались. Мы брали его на отдых, чтобы там добирать как-то, да. И мы просто поняли, что это, ну, уже не особо актуально. Потому что люди, когда начинают веганить, они просто физически не могут съесть много бобовых, им от них плохо, да. И поэтому они начинают терять вес. Они едят то, что им вкусно. А вкусно чаще всего фруктики, там, бананчики и так далее. Это нужно, чтобы организм привык вытаскивать из этой пищи все, что ему нужно. Разбирать ее на аминокислоты, да. И брать из нее аминокислоты и строить то, что ему нужно. То есть это все равно период адаптации. Некоторые люди на нем сбрасывают. И там был вопрос по поводу худых. Что, если человек очень худой? Ну вот я в 13 лет был очень худой. Может ли он набрать вес, очень худой человек, астеник? Ну я был очень худой. Если бы вы увидели мои фотки, то вы бы очень удивились. В принципе, моя была судьба это стать ботаником, каким-то офисным работником и, в принципе, работать как-то так. То есть нужно питаться регулярно, да, то есть минимум 3 раза в день. И, конечно же, тренироваться. А так у каждого свое телосложение,
Поэтому все, да, своя, все раскачиваются по-разному. Своя конституция. Там какие конституции есть? Вот смотрите, можно уйти в массонабор абсолютно одинаковый, да, абсолютно с одинаковыми данными, с калорийностью, с тренингом, но если у вас там у одного человека конституция по аюрведе, допустим, вата, ветер, да, он очень мало набирает, он может набрать 2 килограмма, у кого-то конституция пита, да, нет, давай так, у кого-то конституция капха, да, тот человек, который склонен к набору веса, и вот вата наберет, ветер наберет там 2 килограмма, а капха наберет 5 килограммов, то есть что бы вы ни делали, вы должны учитывать, что против своей конституции вы в любом случае не попрете. Вы можете сделать свое тело сильным, красивым, да. Но вот именно из-за человека с тонкими костями, высокого, худого, да, сделать какого-то вот такого раскачанного качка, да, это возможно, но ни один человек не может долгое время есть гораздо больше, чем ему нужно, и оставаться здоровым. Это тоже нужно понимать, потому что перегрузка идет не только на почки, допустим, а на всю выделительную систему. И как-то малейший стресс, все, что нажранное непосильным трудом, оно все равно будет сливаться. Поэтому вот сходить именно с ума на этом наборе массы, стоит подчеркивать свои достоинства, но против своей природы, я считаю, что идти не обязательно, не нужно. В зависимости от конституции у всех будет выглядеть мышца по-разному. Поэтому пусть качается, он будет просто выглядеть не как супер огромный какой-то амбал, а просто накачанный парень. Как подвести мужа к вегетарианству? Ну, давай уже отвечать на эти вопросы. Сколько мы уже отвечаем? Ну, подожди, мы только начали, еще полчаса прошло. Ты сказала, что все, полчаса есть у нас. Так, все, у нас осталось на минуту. Нет, давай ответим на вопрос. Давай, отвечай на как на веганстве накачать мышцы в зале? Ну, 3 раза ходить в зал. База. Да, делать базу. Мне кажется, база – это самое главное дело. Ну, базовый должен быть хороший тренер, который будет вас вести и руководить вами. Нуриев. Да, он хороший тренер. Ну, очень своеобразный, да. Вот, собственно, после него, ну, именно вот после его программы, хотя сейчас я такие супер большие веса не поднимаю, я начал набирать. То есть веса снизились, а рост мышечной массы пошел? До этого я тоже набирал, но у меня техника была просто ужасная. И это именно про качалку. Сейчас уже вот все налаживается. Это наш семейный тренер, у меня сестра тоже у него занимается. Семейный тренер, да? Да. Так, сохраните, пожалуйста, эфир. Спасибо. Мне кажется, мы ничего такого не сказали даже, чтобы его сохранять. Ну, я первый раз немножечко стесняюсь. Поздравляю тебя с дебютом, Дмитрий. Поэтому... Как питаются ваши родители? Ну, мы уже рассказали, как они питаются. Ну да, у меня родители сейчас питаются полностью на растительном питании. У Оли папа иногда яйца ест. Подъедает. Да, и шашлыки на праздники. А ты сверху, да, смотришь? Привет, ну я листаю сверху вниз. Привет, прекрасная семья, привет. Сейчас, если гадости будут писать, ты не читай вслух. А тут вроде не пишут. Не пишут пока. Если глютен не есть, то как? Тяжело. Если глютен это ест, надо, во-первых, знать, почему ты его не ешь, и в инвитро сдается анализ. И все заменяется нами с глютеновым. На самом деле это точно так же, как отказаться от масла. Это вопрос опыта. Вот когда опыт нарабатывается, как готовить без масла? Точно так же готовить без глютена. Ищешь просто альтернативы, варианты. Но, опять же, убирать одну группу продуктов и довольно обширную, без особых на то показаний, я считаю, что это неправильно. Вот еще вопрос тебе. Встречала такое мнение, а чем питаться, если я ненавижу чечевицу, нут и все орехи? Молиться только, да? Молиться, надо молиться. Только молиться, ребят, потому что вот я говорила уже, без орехи, бог с ними, можно на масла перейти, но без бобовых очень сложно собрать весь аминокислотный профиль. Вот это, наверное, вопрос ко мне, да? Что входит в восстановление после занятий? Угу. Ну, ложишься, включаешь сериальчик. И не двигаешься. Расслабляешься. Сейчас... Чтобы не было катаболизма, да, не двигаешься. Да, сейчас все мое расслабление происходит при игре с сыном. Только так. Сон. Вот я считаю, что ну да, спать активно, надо самое хорошо. Главное – это сон. Если сна мало, то сразу по умолчанию включается катаболизм мышц, и все, они начинают разрушаться. А вам нужно, чтобы они росли. Как похудеть, пишут. Ну, похудеть уже я сказала, что проще всего вот по Фуирману. Покончим с диетами, книга. Вот следующий вопрос. Как быть, если непереносимость лактозы
и глютен. Ну, лактоза. Чем вы заменяете? Лактозу мы ничем не заменяем, потому что это молочный белок. Глютен, я уже сказала, есть безглютеновые крупы, безглютеновые смеси готовые, допустим, от Гарнец. Есть сейчас и безглютеновый хлеб, безглютеновые макароны. Если у вас нет безглютенового хлеба, там глобус, допустим, далеко или что-то еще, можно печь самим. Макароны сейчас даже у Макфы есть безглютеновые, поэтому сейчас вообще такой проблемы нет. Но, опять же, не надо. Вот, чуть не отключил. Не надо. Самое главное понять, зачем вам это нужно. Что за книга? Ты ответила, да, про книгу? Покончим с диетами. Джоэл Фурман. Еще можете заодно супериммунитет купить. Тоже классно. Ну, вот, кстати, по супериммунитету я все выдержки написала в серии постов по хэштегу «Гарикова иммунитет». Можно прочитать книжку, не обязательно читать. Про книгу очень много вопросов. Покончим с диетами. Да, тут еще куча компонентов. Если хотите, я могу принципы этой книги вывесить завтра в сторис, чтобы все могли заскринить либо скачать, потому что у меня есть отдельный документик с принципами прям там на страничку. Если есть запрос, могу сделать. Вот следующий вопрос. 2 года назад соблюдала пост, не ела мясо, рыбу и полочку, наверное, молочку. В итоге нарушилась теплорегуляция, все время мерзла. Пост закончился, и все восстановилось со временем. Связано ли это с веганом, с веганством, и из-за чего? Но пост это не веганство, да? Нет, она имеет в виду, связано ли это с растительным рационом, то, что у нее ухудшилось самочувствие. Конечно, это может быть связано. Потому что если вы сильно занижаете калорийность, то у вас организм приостанавливает все процессы, во-первых. Во-вторых, это еще, кстати, люди, у которых вот они мерзнут, и так далее, вот эти все проблемы, а у них может быть дефицит витамина D. Просто когда у вас идет смена рациона, это может острее ощущаться, потому что организм стрессует, потому что резкий переход от поста, это на самом деле резкий переход чаще всего идет на растительный рацион, что не одобряется. И также, кстати, мое личное наблюдение, что когда я проколола себе курс B12 после дефицита, я была легкомысленной и вообще ничего не принимала несколько лет, 4 года. Вот, у меня мерзлявость ушла. Я закончила. Следующий вопрос. Что вы едите, когда вы вне дома, а вокруг один фастфуд? Фастфуд? Картошку фри. Ну, смотря какой фастфуд, надо уточнять. Кстати, любой фастфуд можно овеганить, попросить. Вот в Гире. В Гире можно прийти, сказать, сделайте мне. Ну да, вот сейчас на Кавказе, да, тут все под греческий манер сделано. И вот мы ходим в фастфудовую кафешку, и там... Каждый день там едим. Там гира из свинины, один раз были, да. Гира из свинины, из курицы и так далее. Мы просто просим, чтобы нам делали без свинины и курицы. А помнишь, мы были в Осетии, и нам без этого молочного соуса. Нам делали даже в Осетии веганский осетинский пирог. Мы привозили. То есть варианты есть всегда. Вот в обычную кафешку приходишь, я тебе поговорю. В обычную кафешку приходишь, а там нету никаких таких продуктов, да, постных, вегетарианских, веганских. Просто просишь пиццу, из пиццы убрать ветчину, там, не знаю, мясо какое-то. Сыр. Да, колбасу, сыр. И добавить там каких-нибудь грибов, помидоров вяленых. И так далее. И все, и получается веганская пицца. И, кстати, еще гарниры. Гарниры. Чаще всего гарниры. Да, гарниры нужны. Просто, чтобы они добавляли сливочное масло. Овощи на гриле. Пюре и так далее. Грибы на гриле. Вот мы чаще всего берем. Какие-то соки фруктовые, овощные, свежевыжатые. Пасту с томатным соусом просим сделать и с овощами. То есть, такое. Не вижу в этом проблемы. Какую литературу порекомендовать мужу? Это, наверное, вопрос ко мне, да? Мне по веганству. Ты читал литературу? По веганству я не отвечу. Какую литературу? Особо не читал, да. Значит, есть ультрамарафонец такой, Скотт Джурик, да, у него есть книга. Вот я забыла, как она называется, но вы погуглите, потому что он, по-моему, одну книгу всего лишь написал. И вот он там рассказывает, как он... Не получалось у него быть первым до того, как он не перешел на веганство. Очень, на самом деле, очень мощная, мотивирующая книга. Но вот чтобы замотивировать мужа без книги, я вам могу сказать, загуглите Патрик Бабумян. Это самый... Он армян. Армянин. Нет, я на него никогда не смотрел. Самый сильный человек Германии. И он веган. И, кстати, он веган из этических соображений. Для меня самый главный пример был это Оля.
Я на Бубянах, на Бубянах, Бубумянов не смотрел. Ну вот Фрэнк Медрана, да, или Медрана. Я не помню. Вот он тоже полностью веган. И он начал именно качаться, у него было пузо, он же уже плохо выглядел. И вот он открыл себе суперсилу, когда отказался от мяса. Так, следующий вопрос. Как можно восполнить белок, отказалась от мяса 4 года назад? Это бобовые, да? Да, вот давайте, смотрите, все зерновые содержат белок, все бобовые. Если бобовый плохо переносится, хотя бы тофу. Это орехи, это грибы, ну, даже любые овощи, все, любой продукт растительный, он содержит какое-то количество белка. Нет, на веганстве проблема белка – это выдуманная, преувеличенная проблема. Если вы в день хотя бы чашку зерновых, чашку бобовых едите, у вас этой проблемы просто нет. Приведите пример одного дня рациона Дмитрия. Я уже говорила, описала. Сегодня ел кашу, так. Пиццу, так. Суп, там с тофу. С тофу и с чечевицей. Потом опять у тебя на ужин были макароны с чечевицей. И да? Салат, да. Чай вот пью сейчас. Шоколадочка веганская. Ну, шоколадочка, наверное, уже, наверное, полторы съел. Там не такие маленькие. Я вчера показывала. Да, маленькие. Вы Оля или Саша? Оля. Тебя уже, наверное, 4 года спрашивают, кто ты. Так. За комплименты, комплименты. Ой, спасибо, да, спасибо. За комплименты спасибо сразу, чтобы не отрываться особо. Я ищу вопросы. А там нет таких? Что вопросов? Вы думаете о спортпите? Спортпите, спасибо. Да хорошо, если хочется пить, пейте. Мне особо это не нужно, я и так набираю. Ну почему нет-то? Если есть запрос, почему нет? Все зависит от скорости, да. Ну, я просто пришел к выводу, что вот супер вот этот... Ну, мне торопиться некуда. Я пришел к выводу, что лучше медленно, но правильно. Ну, на натуралочке. Постепенно, да. Да, на натуралочке. Без астероидов. Ну, да, мне неинтересно. Да нет, супер огромные мышцы мне неинтересны. Протеин тоже нормальная тема. Нормально, в нем нет ничего плохого. Просто если можно на обычной еде, зачем эти порошки? Ну, все если нет возможности, то пейте протеины, аминокислоты, креатины и так далее. Там у MyProtein есть женские всякие протеинчики с добавочками для красоты. Ну, кстати, самый лучший считается из растительных, это либо мультикомпонентный, либо соевый. Но мультикомпонентные, они такие мерзкие обычно, потому что туда добавляют гороховый белок и риса, бурого риса. Вот гороховый белок очень вонючий, а бурого риса, он скрипит на зубах. То есть если брать, то протеин соевый на будущее вам, если хотите. Следующий вопрос я тоже пройду. Жиры в рационе – это авокадо, продукты из льна. Какие еще? Ну, если вы можете обеспечить себя достаточным количеством жира из цельных продуктов, то это орехи, семена, авокадо. Если вам не хватает жиров из цельных продуктов, если у вас щелкают, там, скрипят суставы, если у вас сохнет кожа и там волосы выпадают, если цикл нарушается, то если вам вот не хватает жиров, то, конечно, тогда уже масла. Но сначала... Ну, это такой вопрос, на самом деле, спорный. Я масла не употребляю практически. То есть бывает такое, если мы что-то едим в кафе, конечно, там готовят с маслом. Но дома я не употребляю, можешь употреблять масла. Потому что он сказал, когда 1.5 года назад, он сказал, я к этому не готов. То есть без масел. Я ему нравится смазывать маслом все овощи. Поэтому для него у меня есть оливковое масло. Да. Следующий вопрос. Подскажите, с рассеянным склерозом возможно ли... Я сказала, что нет, я ничего не могу сказать. Ну все, ты ответила. Так, Дима, это вот уже отвечал про шашлык. Шашлык не хочется, но раньше хотелось. Когда я только начинал... И крылышки хочется тебе, куриные? Крылышки раньше хотелось, да. А сейчас хочется? Сейчас нет. Нет, ну хорошо. Ну как-то... Это привычка. Есть мясо – это привычка. Просто у кого больше страсть к мясу, тем требуется больше времени, чтобы от нее отказаться. То есть, ну, кому-то хватает 20 дней, да, чтобы забыть о мясе, кому-то годы. У всех своя любовь. У кого-то будет тяга всю жизнь, мне кажется, ну... Кто-то сыр не может бросить. Вот сыр я вот до сих пор меня тянет. Мы покупаем VioLife сыры, которые из Финляндии. Вот они наиболее похожи по вкусу, они такие.
на сырте, корове, да. Ну, конечно, у нас они просто и в Глобусе продаются, и в Happy Vegan Shop, то есть у нас вообще такой проблемы нет. Сначала мне не захотелось есть свинину, потом... А вот, почему тебе не захотелось есть? Не знаю, как-то вот как-то стало противно. Отвернула. Ну, то есть не могу объяснить. Потом курицу, потом... Но мне вот я помню, что потом ты рыбу, говорил, запах... Почему ты сказал, да, что свинью не хочешь есть, потому что она трупоед. Она ест падаль. То есть это... Она ест падаль? Да. Ты мне говорил, что забыл ты просто, да. Так, муж работает в спецназе, а это уже да, а про командировки, да. Какая альтернатива шашлыку? Тофу, грибы. Веганский лосось, который из какого-то белка пшеничного. Это сейтан, да, пшеничный белок. Овощи, да много всяких альтернатив. И знаете, еще такие большие соевые кусочки, их варят, промывают, отжимают и тоже маринуют. Записывается маринад. Томатная паста, шрирача и арахисовая паста и много соевого соуса. Посолить. Вот, ну такое, подходит под все, под грибы. Веганский лосось можно найти в Глобусе, да? Ну, он в Глобусе, либо напрямую у Вего. Если кто-то из Москвы, они напрямую прям можно с ними связаться, у них купить. В остальных городах, где нет Глобуса? В Веганшопе. Ну, почему? В Пятигорске тоже есть. В Эдемском саду, да. Ну, если поискать, то можно найти, наверное, в большинстве городов. Ну, только в специализированных магазинах. Что вы думаете про моноедение на веганстве? Ой, плохо думаю. Моноедение это да, чуть-чуть. Это, не, моноедение это когда сидишь и, допустим, весь день, либо всю неделю ешь что-то одно. Нет, я не могу есть. Вообще, бананы люблю, да, там был вопрос. Секрет на веганстве, главный секрет это разнообразие. Если не приносит это удовольствие, да, то есть смысл в этом. Не знаю вообще, в чем смысл моноедения. Знаю, что сыроеды считают, что на моноедении там какие-то процессы начинают, ощущения. Сначала съесть мясо. Они же едят мясо сыроеды. Сыроед, да. Ну, если они сыроеды есть, некоторые всеядные. Я ела. Сначала съесть мясо, потом подождать 4 часа и съесть картошки, да, сыроеды. Нет, моноеды это те, кто, допустим, некоторые моноеды, они, вот, допустим, месяц проводят на морковном соке. Они себе так растят микрофлору. То есть там, ну, Короче, мой муж вообще не ест овощи с рождения. Сейчас диагноз, по-моему, отвечал, да? Угу. Предсахарный диабет. От сахара отказался, как перейти на сахарный овощи. Диабет? Томаты вообще рвоту вызывают. Спасибо. Это, наверное, вопрос тебе. С сахарным диабетом надо МакДугала почитать в первую очередь. Кстати, у МакДугала у него строится диета на основе крахмалов, а не на основе овощей. То есть там идет в основном зерновые бобовые и крахмалистые овощи, ну, то есть там это морковь, свекла, да, и то есть основа рациона идет именно вот такая пища довольно-таки энергетически плотная. В отличие от того же Фурмана, который говорит, что половина рациона должна приходиться на овощи, и от Грегора. То есть МакДугал, он такой более на цельный крахмал ориентирован, и вот это дает очень хорошие результаты при диабете. Следующий вопрос ко мне. Да. Дмитрий. Скажите, пожалуйста, у мужа после тренировки жор. Если у вас после тренировки такое состояние, чем вы его побеждаете? Конечно, есть. Жор, это нормально. Жор, да. Просто надо поесть, ну, как ты обычно ешь. И потом, спустя какое-то время, там час-полтора, опять чуть поесть. И пройдет постепенно. Может быть, он перед тренировкой мало ест сложных углеводов. Если он супер много съест, то он просто забьет себе живот и как смысл, да, смысл в этом нет, он после тренировки. А, после? Угу. Просто это будет, ну, лишняя нагрузка на организм, нет смысла супер много съедать. Я просто надо предлагаю. Чуть-чуть съесть и все. В течение дня? Ну, не чуть-чуть, а обычная порция. Если есть жор, то значит человек, организм говорит ему, что он не добирает калорий. Я предлагаю в день либо вообще поднимать калорийный, к примеру, на 500 калорий или на 1000, и эти калории равномерно раскидать. Ну, не всегда такое состояние. Раскидать по всему дню. Ну, то есть на весь день раскидать есть. Больше есть. Ну, у тебя это да, да. Вообще это нормально. Когда много тратишь, много хотеть есть, это нормально. Просто супер много пусть не ест, и все нормально будет. А так жор, ну, как-то справится, он же взрослый парень. Предлагаю равномерно раскидать дополнительно 1000 калорий в течение всего дня, посмотреть, сохранится ли жор. Вот этот вопрос тебе. А, нет, скоро в армию. Ребенок не ест мясо, но ему скоро в армию.
Что делать? Можно ли выжить в армии, не кушая все, что дают? Ну, там тяжело, как бы, очень тяжело как-то отстаивать свое мнение. Можно, конечно, наверное, выжить, но ему будет очень тяжело. Там очень большие нагрузки, да, мне кажется. На войне, ну, я расцениваю это такое... закрытая территория, где нет у тебя никакой свободы воли, то есть вообще нет свободы никакой. То есть лучше не выпендриваться, а выживать как не, можешь. Я считаю, что с Божьей помощью всё равно. Там и так плохое нужно. Питание в армии, очень плохое. Всё зависит от силы духа. И ресурсов. Но стоит ли тратить на это ресурсы, это тоже такой вопрос, потому что с теми нагрузками там и так питание говно. Ну да, то есть лучше не рисковать. Лучше в армию вообще не идти. И опять же, да, то есть смотря куда в армии, смотря какое подразделение, по контракту или нет, то есть очень много параметров, которые нужно учитывать. Ты специально доктор... так сидишь, чтобы показать всем свою стрижку из барбершопа, да, которую да. ты полтора часа делал? Да. Ты там чуть на всех не нарала. Я чуть-чуть нарала на них. Нет, доктор Ренат Хайров. Хайров, да. Так, связки, спасибо. Дима на перекусы кушает выпечку или только плотно кушает все приемы пищи? Ты... А, ну это тебе вопрос. Ты кушаешь. Че ты там кушаешь? Да чего вы найдете? Да что найду, то и кушаю. Холодильник открывает, начинается вот так забрасывать в рот себе. Что хочется, то ем, да. Особо я так не парюсь по этому поводу. Даже ночью встает и ест. Ну, вчера в час ночи супчика налил, поел. Наверное, в час ночи, классно. Подскажите, у ребенка 8 месяцев аллергия на все виды мяса. Мы решили от него отказаться, от молочки уже отказались. Нация. Какой белок вводить сначала и какие продукты? По тегу Гарикова прикорм находите пост, в котором расписаны все продукты по месяцам, которые вводить для детей веганов. И там прям вот все четко написано, в такой месяц то-то вводить, чтобы я вам не повторяла. Следующий, да? Угу. Ответила? Да. Вы начали себя лучше чувствовать? Сначала я отказался от всего этого, где-то прошло полгода, у меня был срыв, я опять начал есть курицу, ел курицу, потом почувствовал, что мне хуже от этого стало, то есть какое-то тяжелое состояние, живот начал болеть, потом опять отказался от курицы. Вот я четкую хронологию, да, четкий порядок не помню, как все это происходило, но... Чувствую сейчас я себя прекрасно. Ну, хорошо себя могу чувствую. Могу рассказать. Ну, животик болел. Ну, у меня с детства болел живот, там гайморит, чего только не было. Ну, вот, то есть, когда возвратилась назад часть продуктов животного происхождения, состояние именно кишечника, да, желудка, оно ухудшилось. Ну, да, то есть, да. Боль, там, в боках появились какие-то боли. Вот, ну и дольше всего, конечно, уходило молоко из нашей жизни. Молоко, сыр, да, то есть вот. Для нас это на самом деле такое, нет его нет, а вот молоко. Ну вот капучино попить, да, то есть не во всех кафешках есть миндальное, соевое молоко и так далее. То есть, ну и сыр, я вот насколько знаю, что у большинства людей... Сыр, бутерброд с сыром, да, все, да, тоже везде есть. Зависимость от сыра гораздо сильнее, чем от мяса. От этого было, да, тяжело отказаться. Честно говоря, до сих пор немножечко хочется. Неприятно. Так. Просто. Смотри, у нас осталось 9 минут. Ну, я стараюсь быстро. Да, старайся. Всех успеть. Я поэтому очень мало разговариваю. Да, извините, пожалуйста, я так люблю разговаривать. Так, где купить такие протеины? Сайт MyProtein, он на русском языке. Заказ из Англии, доставка 1000 рублей. Лучше брать большой коробкой, потому что доставка дорогая. Но у них прям скидки есть до 50%. Прям ждете, до 75% ждете скидки и прям покупаете там всю веганскую линейку. Как вы относитесь к сыроедению? Не очень. Как вот ты относишься к сыроедению? Смог бы есть мандаринки? Сырое мясо? Мандаринки и бастурму. Бастурма сырая, да? Да, она вялится на солнце, но если по классической схеме.
Нет, я бы не смог. Не смог. Ну, я 1.5 года от сыроедила, и мне было очень плохо. Я вот до сих пор хожу вот в минеральных водах, качалку, где сыроед. И он очень печально выглядит. Ну, хотя, сыроед... может быть, есть сыроеды и хорошие. Смотрит сейчас наш эфир, слушай. Привет. Чувак, прости. Сколько можно фруктов и орехов, и каких? Я не понимаю этот вопрос. Насколько? Сколько нужно? Если вы здоровы, считается, что нормальная порция 3 фрукта в день. Как полюбить овощи? Попробуй другие способы приготовления. Запекать их до состояния альденте с признаком. Но овощи же нужно есть каждый день, правильно? Конечно. Ну, 3 овоща съел и попробовать все. Сменить способ посыпать приготовления. Посыпать солью его. Помидор посыпать. Добавлять, солью, допустим, сыры резать, какие-то соусы интересные к ним придумывать. То есть, ну, это других способов нет. Если вам не нравится тушеная капуста, попробуйте запечь ее в виде стейков капустных в духовке на режиме гриля с соевым соусом и специями. Сколько времени мужу понадобилось для перехода на растительное питание? Mm-hmm. 3 года, наверное, да? Да нет, ну что такое переход на растительное питание? Полностью. Вот именно сказать, вот я все не буду. Это в один день, да, то есть ты не постепенно, грубо говоря, отказывался, но, то есть решение было принято за один день, но потом были какие-то откаты назад, правильно? То есть решение оно принимало? Ну, были откаты, поста, да, пару раз были. Проходили откаты. Но они довольно короткие были всегда. Ну, что разницу чувствуешь сразу. Ну, вообще считается, что... Начинается все с момента осознания. Да, сначала ты осознаешь, что это вредно. Да, то есть, ну, слушаешь Олю, потом начинаешь читать, потом начинаешь думать об этом, и реально у тебя перестраивается в голове, что это не полезно, есть мясо и так далее, и все, и с этого начинается все, весь процесс перехода на растительное питание, то есть с момента осознания, а через сколько он полностью перейдет, ну, это все зависит от человека. Может сразу, может там с какими-то повторениями. Главное не скорость, а направление. Считается оптимальный период перехода 2-6 месяцев. Постепенно убирайте продукты животного происхождения, потому что организм довольно сильно стрессует. Муж похудел на веганстве. Мой муж похудел на веганстве, не зная, как ему помочь. Кормлю адекватно. Ну, если он только что перешел похудеть, просто ждать. Потому что организм должен, я вам говорила. Я тоже худел, да. Да. А ну, потом все возвращается. Я это связываю с нервной обстановкой, с работой и так далее. Но, возможно, это переходы на растительное питание. Все... Но оно потом все вернется. Да, я четко не могу сказать. Но вот сейчас я стабильно держу свой вес. И... Поднабираешь даже понемногу. Да, скоро буду центнер весить. Любые бобовые. Угу. Не смотрите, чтобы цельные были. А чем зимой заменить овощи? А что их зимой заменять? Все они настоящие на вкус. Сейчас. Сезонные ешьте. Конечно, выбор небольшой, но если вы возьмете ту же самую капусту, будете ее квасить, там пребиотики и пробиотики, если будете морковь сырую есть, картофель, морковный сок, свеклу и так далее, вот так. Но все, что вам невкусно, не надо есть. Бобовые почему-то не очень по вкусу. Вот Оля, например, мне сегодня приготовила макароны с томатной пастой. Томаты, собственно, чечевица, да, там? Да. Чечевицей. Какой-то секретный ингредиент. И очень вкусно. Я даже не замечала эти бобовые. Бобовые, у них крахмалистая текстура просто. Вот с ней сложнее всего бороться. Но на самом деле просто к ней нужно привыкнуть. Я сегодня, кстати, в сторис показывала свой лайфхак. Посмотрите, он там висит. Как постепенно приучать к бобовым. Вот именно к этому крахмалистому вкусу. К текстуре питания. Можно похудеть на веганстве? Ну, конечно. Да можно похудеть на чем угодно. Можно и можно, да, на чем угодно похудеть. А сейчас спросят, а если можно, почему ваша жена до сих пор не похудела? Ну, ты похудела. Что ты похудела? Я не похудела, потому что... Делаешь ли ты анализы крови на B12? Мы? Да, я не делаю. Не делала никогда. Я столько раньше мяса ел, что мне рано делать. Ну, анализ. В принципе, всегда сразу же после того, как просил есть мясо, были профилактические дозировки B12, поэтому нет, пока нет. А ребенку B12 надо, ему 4 года? Конечно, надо.
С 6 месяцев надо ребенку B12. B12 один пшик, это же очень много для одного человека. Нет, это не очень много. Посмотрите, дозировки у меня в халайтах B12, есть дозировки. С какого возраста детям бобовую можно и с чего лучше начать? Все, я по хэштегу Гарикова прикорм, все прописано. Сейчас не будем тратить время. Можно ли квашеные капусты заменить овощи? Да, это, в принципе, крестоцветные овощи. Крестоцветные? Да, крестоцветные нужно есть каждый день. Топ-3 любимые блюда мужа. Давай, Гарри. Это спаржа. Спаржа, брокколи. И что там? Да это, ну, хватит. Говори, как есть. Я люблю спагетти с томатной пастой. Мисо-суп. И... пиццу. Достаточно? Мне, да, я знаю, да, что ты думаешь. Так. Чтобы все было нажористое, теплое. Смарт Мани научилась, что пшик нужно делать на троих. Да ладно, Смарт Мани меня не научила, не могла такому научить, если только каждый день. С Рейдин, как вы относитесь? Уже отвечали. Маня-то отлично знает, что чем больше дозировка, тем меньше усвоения. Сколько белка для мужика нужно весом 105 килограмм? Я просто не считаю, что нужно рассчитывать количество белка на вес, потому что если, допустим, у человека ожирение, он весит 150 килограммов, это же не значит, что ему нужно есть в 3 раза больше белка. Я считаю, что норма для человека, который занимается спортом, 40-60 граммов. Самое любимое блюдо мужа с бобовыми. Ну вот сегодня ел макароны с ячевицей. С потертыми томатами. И харчо суп еще. Да, харчо люблю. И, может, буррито, да? Буррито. Это которое в лаваше. Да, очень люблю. Мексиканский. Горшочки люблю с фасолью. И картошкой. Я устала. Ну сейчас, давай дочитаем. Давай. Еще у нас минуты есть? Да. Ребенку 1 год. Какой препарат железа купить на iHerb? Я не знаю. Я не советую препараты железа. Был ли у вас когда-то дефицит цинка? Мы не проверяли цинк. Сколько приемов пищи в день должно быть у взрослого? 3. Минимум 3. 3-2 перекуса. Вообще как комфортно. На самом деле это не особо важно. Главное, чтобы по калориям было все, по нутриентам. Если не принимать никаких тайнов, это плохо? Надо какие у вас анализы. Какой рост у мужа? 1,90 м. Как долго можно протянуть на одних фруктах? Некоторые люди по 20 лет могут протянуть на одних фруктах, на самом деле. Вы-то знаете вот эти истории фрутарианцев, которые очень много, долго на них тянут? Зависит от внутренних ресурсов организма. На самом деле, я далеко не категорична в этом. Если кому-то по кайфу на таком питании, то ради бога. Но для детей точно считается, что это не считается безопасным. Где муж работает? В данный момент, да? Угу. Сейчас я являюсь инструктором боевых искусств. И там есть еще парочку проектиков. Проектик. Вот основная тема сейчас у меня только преподавание. Есть еще один инновационный проект, который... Тоже из этой сферы. Но он пока держится в секрете, мы не можем о нем говорить. Так... Смотри, осталось 2 минуты. Хорошо. Почему голодно? Если есть все, что нужно, то от голода не должно быть. То голода не должно быть. Да, конечно. Это уже вам так кажется. Но я же сам чувствую, голодно мне или нет. Может, она тебе говорит. Может, она отвечает людям. Может быть. Угу. Все, вопросики закончились? Так. Мы надеемся, что наш эфир был хотя бы немного вам полезен. Можно еще 30 секунд ответить. Давай, еще 30 секунд отвечаем на вопросы. Когда вы познакомились, вы оба уже были веганами? Конечно, нет. Уже говорили. Функционалка стала лучше в плане выносливости, спаррингах и прочее. Я стал очень силен. Конечно, лучше, да. Уже 1 000 000 раз занимал всякие медали. Именно на растительном питании. Наверное, все, да. Все, да, но осталось минута. Мы были очень рады все вас видеть, да? Я сам скажу, да. Давай.
Говори. Не, ну ты говори, потом я. Ну, если вам понравится эфир, я могу попросить мужа еще иногда выходить в эфир. Все. Я закончила, да. Всем спасибо большое за внимание. Все, спасибо большое, пока. Это первый раз, поэтому не судите строго. Все. Все, да? Будьте счастливы. Пока. Пока. Так, завершаем.